Посмотреть очередную, 9-ю серию украинского сериала «В плену у прошлого» вы сможете уже в понедельник, 22 февраля. И как вы помните из самого сюжета, патологоанатому Вере, которая в прошлом имела успешную карьеру хирурга, теперь живет одной работой и заботами о родственниках. После неудавшегося романа она возвращается в родной город, надеясь понять, как жить дальше. Однажды Вера узнает, что ее младшего брата обвиняют в убийстве, которое, по его словам, он не совершал. Ситуация при этом усложняется, когда расследование поручают Федору, от которого у Веры до этого момента не было тайн. Но самое страшное, чем глубже копает Вера, тем больше странных и неприятных и пугающих вещей, о которых вы узнаете в 9-й серии в понедельник 22 февраля.